Здравствуйте, меня зовут Валентина, мне 74 года, я из Санкт-Петербурга. Образование высшее, политехническое, профессия инженер. Проблемы со здоровьем около 10 лет назад появились. Это в желудочно-кишечном тракте, в сердечно-сосудистой системе, в костно-суставной системе и проблемы со сном. Естественно, как и все, я пыталась решить эти проблемы со здоровьем с помощью лекарств, которые назначали мне врачи. Но, к сожалению, результатов желаемых не получила. Когда я познакомилась с продукцией Perfect Organics российской компании, я начала принимать эту продукцию. И уже через полгода я почувствовала улучшение состояния здоровья и самочувствия. Прибавилась энергия. Перестали беспокоить боли головные, в желудочно-кишечном тракте, в сердечно-сосудистой системе, в костно-суставной системе. Но осталось решить самую главную проблему с онкологией. При обследовании в Российской академии наук мне был поставлен страшный диагноз – инфильтрующий протоковый рак левой молочной железы. Я знала и верила, что любую болезнь, в том числе и рак, можно победить, изменив свой пищевой рацион. В течение года я стала успешно принимать продукцию Perfect Organics по рекомендованной компании противораковой диете. В первую очередь Превентер, витамин С, Perfect C, галимунаферон, Амла Экстра, коктейль морской магний, мультиминерал 74, асканодум и, конечно, дорона. И, наконец, болезнь отступила, пройдя повторное обследование. Установлено, что патологических изменений нет. Рак был побежден. Эта российская уникальная продукция помогла не только мне справиться со страшным заболеванием, но и моему двоюродному брату, который занимается силовыми видами спорта, Степанов Владимир. В 60-летнем возрасте Владимир, став партнером нашей компании, по моей рекомендации, включил в свой пищевой рацион наши органические продукты. Вот это основные из них. Коктейль, мультиминерал, эсфалип, амла, морской магний, асканодум и семена чиа. Это помогло ему достичь фантастических результатов на международных соревнованиях по армрестлингу в своей весовой категории. Он завоевал титул чемпион мира по армрестлингу и неоднократно подтвердил его